Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить персону 5 рояль. Так, я предлагаю, нам надо отправиться... Господи, где? Я потерял путь. Вот. Нам надо в наше логово отправиться. А из него уже пойти в Мементос. Смотрите, что у нас по реквестам? Садист, студент в школе. Так, и мужик, вот этот вот, истеричный. Так, мы оставили карту на аллее. Так, но... Так я не понял, а мы можем пойти или не можем? Так, если кошка исчезнет. Надо... В Йонгине поспрашивать информацию о пропавшей кошке. Коля надо найти. Этого. Ой. Так, ну я не знаю. Ну пойдемте поисследуем Мементос. Тем более мы открыли... Ну, прошли дворец Мадорамы, это значит, что Мементос сможет пустить нас глубже. Что-то не так. О, еще одна зона открылась. Ну вот да, мы теперь можем идти еще глубже после того, как замок Мадорамы пропал. Будем делать все, что в наших силах. Дождь будет иметь показывать эффект на Мементос тоже. Вопрос только... Так, вот здесь находится, получается, наша цель, причем обе. Ну, поехали вот сюда тогда. Наша цель где-то здесь должна быть. Давайте ее искать тогда. Параллельно истребляя все, что истребляется, и забирая себе это. Так, ты чего, электричество боишься? У меня нет электричества, хорошо. Заману тратить не будем. Вот и электричество подошло. Так. И второго.
Вот, а вот этого мы можем забрать с собой, попытаться. Слова не проходят сквозь него. Ну-ка. Это не работает. Ну блин, ну ладно. Мы попытались, толку от этого нет, значит придется его истреблять. Так, тут тупики, едем. Оп, цветочки. Огонь и свет. О, у меня есть огонь. Ну давай бахнем. Бум. О, это было красиво. Так, тут тоже тупик. О, это ангела. Чё, у нас ангелы боятся пули. Бум-бум. Так, господа. Отлично, мы прибрали к рукам ангела, потом его на гильотину отправим. Ну, сундучок, сундучок это хорошо. Так, ты боишься электричества. Ау. Я не хотел его прям убивать. Ну, неожиданно получилось, но ладно. Так, и чего мы там сейчас нарыли? Какой-то расходник. Ну ладно, едем дальше. А все, а тут на этаже ничего интересного. Значит, вот в этой зоне должна быть наша цель. Я ж правильно это все понимаю? Я надеюсь, мы не пропустили ее на верхних уровнях, начав сразу с середины. Так, тут у нас тупик. Опять этот малыш, который электричество боится. О, Рьюджи решил нам помочь. Бум. Это было неплохо. Раз и второго. Ну, отлично, и этого мы прихватили. Они еще не знают, что всех их ждет гильотина. Так, это спуск. Нам не сюда. Так, едем дальше. О, вот это ангелы. Воу. Ничего себе. А этот боится электричества. Значит, так, так. И батон пас на Рьюджа. Только... Да, блин, ну чё ты сделал? Ну и ладно.
Оу. Сокровище. Кто бы мог подумать. Так, а он слаб к ядерным атакам. У меня была такая. Надо его забрать с собой как-нибудь. О, отлично. Тоже на расходники пойдет. Так, а тут тупик. А, вон, смотрите, проезд еще вон там в начале был, я его пропустил. Может, там была наша цель? Здорово. Так, этот льда боится. Бум. Пошли со мной. Не хочет. Ну, раз не хочет, значит, получит по мордасам. Спасибо, до свидания. О, еще один, нифига. А откуда их столько лезет? Ну, давайте и этого заберем с собой. А. А двух одинаковых мы не можем держать, правильно? Придется его убивать. А, физический дамаг на него плохо влияет, тогда лед. И двух одинаковых мы не можем, поэтому он придется убивать, да. Что, много опыта за него дали? О, прилично прям. Приют же 20 уровень апнул, хорошо. Не сюда. Блин, а тут тупик. А где тогда? Неужели на верхних уровнях они были? Мы их благополучно пропустили, потому что я с середины начал. Черт. Туда вот надо вернуться в середину. И пойти вверх. Ой. Здорово. Это же наша цель. Ты что тут делаешь? Мисс Доминатрикс, здравствуйте. Двинутая мадама, которая считает, что если она будет обижать окружающих, то это будет значить, что она показывает свою любовь. Сомнительная история. Хали? Похоже на богиню Хали. И давай проверять, собственно, чего ты боишься. Ядерные атаки нет. Электричество нет. Ауч. Физ дамаг резист. Лед пошел. Нет. Психическая атака. Блин, промазал. Тут нехорошо. Так, воздух. Нет. Еще раз физическое. Нет, нехорошо это. Ну-ка, давайте себя бафнем. Ничего, что-то хорошего там как будто бы не собирается происходить, поэтому надо успевать ее избивать, пока есть возможность. О. Ну давай.
технично ее вырубим. Отлично. О, Аня себе уровень тоже подняла. Блин, а там может дождь, поэтому нету мужика нужного нам. Так, это, кстати, новое оружие. Плетка, это же для Ани, правильно? О, неплохо. Ой, мы теперь можем открыть вот эту дверь. Здорово. Новая зона. Ну, давайте поисследуем ее. Попробуем погрузиться настолько, насколько получится. Плюс здесь будут новые персоны, которых мы можем будем отловить. Но без острой необходимости влезать в бой, пожалуй, не стоит. О, какие стрёмные ребята. Так. Ну, давай проверять. Нет. Нет. Ну, давай сразу обоих. Ау, вау, вау, вау. Воздуха не рефлект выдают. О, лед, мы нашли. Отлично. Теперь, значит, можем попытаться пообщаться и забрать его с собой. О, славно. Вот эту страхолюдину мы, пожалуй, заберем с собой. Пандатара. По-любому про него существуют какие-нибудь жуткие мифы в японской культуре. Так, тут тупик. Едем дальше. Блин, там Моргана, конечно, сама себя неплохо так вырубила. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Надо было сначала нападать. Так, а они все у нас есть уже? Этот есть. Это высшая пикси есть. И эта мадама тоже есть. Бум. Офига. Ну, давайте попробуем забрать с собой его. Чоп, нет. Все равно все расходный материал. Макой. Так, тут тупик. Сундучок, это хорошо. Так, а этот боится льда. Эти боятся воздуха. Бум.
Так, раз. И два. Все просто. Юсуки уровень апнул себе, неплохо. И теперь он умеет льдом бить сразу по всем. Удобно. Так, и что, что мы в закрытом сундучке? Ведь ничего интересного. Так, мы нашли спуск вниз и звезду Жоржа. Хосе. Так, спускаемся дальше. Воу! Фига напугал. Ну, можно будет продать ему что-нибудь, если наткнемся на него. О, мы как раз к нему и... Или нет. Или не едем. Чё, сундучков никаких тут нету? Я отвалить. Так. Сундук, хорошо. Опять эта компания невнятных личностей. Нормально. Просто взял всех, вырубил. Стильно, стильно. А вот и Жозе. О, кстати, да, у нас же Мадорама есть, его семя воли. И Жозе сейчас может с ними что-нибудь сделать для нас. Так, и чего мы получаем? Кольцо тщеславия. Надо посмотреть, что оно делает. Так. Тут у нас что есть? Мы можем увеличить денег. Да, давайте. Так, подожди, у нас три. В чем проблема? А, вот так, потому что... Понял? Угу, это мы сделали. А в предметах... Так, пустая карта, это не очень интересно. Не интересно. Я не знаю. А, у нас такая одна есть и так. Такое. Ай, ладно, пофиг. Хотя нет, оно ж пропадет, если мы уйдем, правильно? Давайте хоть вот на эти штуки спустим их. Так, с этим мы разобрались, давайте посмотрим на колечко. Уменьшает слабости. Такое. Не очень интересно. Опа, вот и спуск. Тут их 10 штук на этом этапе.
звезд. Так что есть предположение, что зон будет, может быть, 10, там, или 9, что-то типа того. О, а почему так темно? Так, он редкие тени чувствует. Здесь может произойти что-то хорошее или плохое, понятно. О, мы получили ачивку за то, что нашли измененную зону Мементоса. Так, а у меня такой уже есть один. Придется его убивать, да? Второго-то нам забрать не дадут с собой. Так. Отлично, с этим мы разобрались. Едем дальше. Нифига не видно. О, еще один. Блин, а мы так можем и кататься, и просто фармиться нон-стопом причем. За них же куча опыта и денег падает. Удобно. Как мы удачно сюда заехали, однако. Моргана 20 уровень апнул, хорошо. Так, а сколько у нас вообще места? А, у нас нет свободных слотов-то. У нас вон уже 3, 6, 8 штук и все занято. То есть мы при всем желании уже никого не заберем. Ну, в смысле, заберем, но придется кого-то отпускать. Ага, и тут у нас, получается, и карты нету. И из теней нам вон только вот эти штуки попадаются. Интересно на самом деле это. В обычной персоне таких маневров не было. Это нововведение рояля. Ну, лишним нам не будет пройтись по ним всем и их всех истребить. Ради денег и опыта. Хорошо, что у меня есть ядерная атака. Без нее это все превращалось бы в кошмар на самом деле. Мы бы тратили дофига сил на то, чтобы их победить. С учетом того, что у них там резисты на все подряд. Так, тупик. Боже мой, а куда ехать-то? Нифига не видно. Сундучок, хорошо. Есть кто? Вон он. Бум. Куда ехать? Я потерялся. А, ага. Тут тупик. О, мы нашли выход. А мы все нашли?
Ай, ладно. Не хочу я в этой тьме еще шариться. Давайте выбираться из нее. О, Жозе, здорово. О, наконец-то нормальная карта. Умри. Что у нас тут? Ух ты. Так, а чего он боится? Мы на нем не проверяли психическую атаку и огонь. Нет. Я бы вот этого с собой бы забрал на самом деле. Так, этот в минусе. Этот в минусе. Он наверняка света боится. Вот есть у меня такое подозрение. Но у меня нету света. У меня есть огонь. Нет, не туда. Вот так. Что по... Ой, нет, смотрите-ка, огонь сработало. Какое чудо. Так. О, отлично, он захотел к нам присоединиться. Вот такого у нас еще не было. Ну е, вот он не влезает. Давайте избавимся от ангела, как самого слабого. Так, там тупик. О, здорово, опять ты. Я смотрю, и на обычных этажах вы, вас тут куча сегодня. Воу, большой. Надо со спины и с разбега в него. Кто тут у нас? Ой, мы этого и... хрена знаем. Но это не помешает ему отправиться на тот свет за ненадобностью. Блин, живой. Так, физические воздействия на него бесполезны. Ну, придется так. О, мы его еще и заморозили. Отлично. Утилизирован. Ну, 21 уровень, найс. Ага, ну это Жозе, но мы у него уже покупали и пока вроде больше ничего не планируем. Это что такое? О, это его звездочка. Благодарю. О, у нас их три. Мы можем снова деньги увеличить. Ну, уже потом. Оп. Ибо нефиг стоять на пути к сундучку. А, эта фигня блокирует огонь. Блин, а чего он... А, воздуха он боится, хорошо. Так,
Так, отлично. Ничего интересного, едем дальше. Опа, вот и спуск. Замечательно. О, зона отдыха, отлично, то, что нам надо. Я думаю, имеет смысл слегка притормозить. Нам надо подняться наверх к Игорю. Так, ну, давайте для начала заберем вот эту штуку, чтобы было. Вот, отлично. Теперь... Да, поехали на вход. Нам еще в предыдущую зону придется возвращаться в другую погоду, чтобы разобраться с этим дедом истеричным. А пока... Че, как насчет немножко показнить? Давайте думать. Мы 21 уровня. Что мы можем сделать? Кагуя. 25 мы не можем. Пикассу 28 и Нагу 24 мы не можем. Ну давайте Некомату сделаем. Как бы пофиг, ладно. Ой, нифига у нас тут выбор нам дают. Давайте тогда так, так заберем. Вот так. И вот так. Отлично. Прям полный набор всякого. Стрёмную кошечку мы получили. Еще так. Замечательно. Дальше Макоя. А Макоя не с кем тут у нас сливать. О, смотрите, если вот этих двух мы соединим, мы получим Они. Замечательно, берем. Как бы фиг знает. Я забыла, кого мы сливаем ради получения Они. Ну, покажите мне. А. Понятно. Ну да, плод любви этих двух действительно похож на демона. Замечательно. Нет. Так, Никомата там хорошая, ее можно пока придержать. Изис 26. Во. О, нифига. Мы вот эту клевую штуку можем получить. Берем. Это же персона кого-то из главных героев прошлых частей, но я в них не играл, поэтому я просто не могу сказать, что это именно. Но сам факт. Ну, если я, меня память не изменяет, мне вроде кто-то говорил. Но это, я могу ошибаться и путать ее с кем-то. Ну да ладно, в любом случае она стильно выглядит, персона. Ну вообще да, слушайте. Из-за Наги дальше идем. Мы можем вот этих двух слить. Орфеус. Ро. Как-то не хочется еще и 13 уровня, тем более. Mm.
Ну давайте вот эту мадаму получим. Че уж нет-то. Так, что мы будем с собой забирать? Сила. Ну, давайте. Так. Да нет. Так, так. Так. И так. Ну что, мы так неплохо тут сейчас персоны попотасовали. Кучу всяких новых наполучали. Марин, Карин, смешно. Мамунда, новую способность. Так, вот эти двое. Блин, я не хочу. Давайте вот этих двух сольем. Хотя подождите. Изанаги. Мы же можем как-то зарегистрировать, правильно, персону? А, я могу только Макоя зарегистрировать, а что за прикол? О, смотрите, а мы же можем вот этих всех ребят... солидно. Я могу себе призвать персону 76 уровня. Неплохо. Ну-ка, давайте вызовем себе... Призовем Орфея. Давайте призовем второго Орфея. Сейчас их тут посливаем радостно. Так, Арсин. Кто еще нам по уровню подходит? Давайте еще. Изанаги Пикаро. Все. Продолжим развлекаться с фьюженами. Можем получить кинки 25 уровня. Мех. Интересно, его не выдает. О, фига. Орфей с Абаэроном выдают Арсина первого уровня. Смешно. Ну да, тут единственный вариант это... Ну давайте вот в эту сторону пойдем. А, 25 уровень я не могу сделать, потому что я 21. Логично. Так, а получается что, я набрал толпу народу и ничего с этим теперь сделать не могу? Хотя с другой стороны... Не, слушайте, ничего нового может мы и не получим, но мы можем немного поиздеваться над всем происходящим. Пикси пошла. Сейчас посмотрим, как эта новая Пикси будет взаимодействовать дальше. О, свыше Пикси соединить с Орфеем. Получается Орфей Пикаро. Смешно. Так, давайте пёсика возьмем с собой. Так. А...
Ну, давайте Матадора получим. Я не знаю, зачем я сейчас все это делаю. Просто уже я их набрал, и поэтому надо от них избавиться по-быстрому. Чтобы место не занимали. Блин, мы можем получить вот эту штуку, но 22 уровня мне не хватает сил. Отстой. Ладно, оставим тогда вот на данный момент все вот так. Все, мы с тобой закончили. Слушай, на этом и серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.